давайте 5 метров от кожи и пошли туда дальше. А что родить, почему не будем? Садись и... Мара, поговори с дядей, конечно, хочет тебе. Я не разумею русской мовы, сразу скажу. Русской мовы не разумею. Хорошо. Скажите, пожалуйста, ваше имя и отчество. Не разумею русской мовы. Можете повторить, что вы сказали? Не расшила. Протокол будет в отношении вас составлен. Фамилия, имя и отчество ваше. Просто пришел посмотреть полезность Республики Беларусь. Вы понимаете, что вы сейчас в составе группы? Не, я не в группе, я один в качестве.